И здравствуйте, дамы и господа, с вами Серега, мы продолжаем играть в XCOM 2 Долгая война 2, продолжаем проходить, и, как мне рекомендовали, поставил мод на то, чтобы upgrade equipment. Ха. Вот оно чё. Вот так это работает. А в кевларовый бронежилет чё можно засунуть? Ага. Вот таким образом теперь это будет все работать. Круто. Круто. Ну ладно, окей. Поставил модик, чтобы можно было вот эти все штуки, которые мы находим, чтобы их можно было использовать, собственно. Одно без другого не работало. Ну да ладно, начинаем. У нас здесь проникновение уже практически вот-вот. Грядет, поэтому улучшенное лазерное оружие, винтовочки и все такое, я думаю, что это хорошая штука, поэтому... Поэтому давай. Все, нападаем. Все заткнулись, нападаем. И что-то, по-моему, звук заглючил, нет? Нет, нормально. Один наш связной в рядах сопротивления сообщил, что им удалось вывести из строя военный транспорт Адвента в этом районе, и пришельцам не удается его починить. Вот наш шанс нанести удар и забрать оттуда все, что плохо лежит. Своруйте все, что можно, все, что не можно, подожгите и валите оттуда. Таков план. Брэдфорд нам это передал, поэтому будем придерживаться. Здесь, по-моему, всех убить надо, правильно? Не допустите уничтожения важных материалов. Уничтожьте всех врагов. Так, часовые там, я уже вижу. А ребята с ножиками у нас есть здесь? Есть, отлично. Пошли. Ох, ты ж вас сколько здесь, а? Сколько вас здесь засранцев? Так, как бы нам повыше-то... Повыше бы забраться... Как мне вот залезть-то, а? Так, ну давай, пока что просто... Окапываемся. Так, ты сидишь? Ты сидишь. А мы здесь окапываемся. И следим, куда они пойдут. Два пака или это один такой пак? Часовой, варлок, ганслингер, инженер, офицер. Эх, сюда надо, по-моему... Сюда, по-моему, надо сделать Халк крушить. Давай. Пойдет. Вот это хорошо зашло. Так как надо. Здравствуйте, там змеи, по-моему, еще чирикают, да? Так, стрельба. Стрельба на бегу сразу же. Побежали. Так, нет, не тебя. Вот тебя. Свободен. У нее урон 12 из-за того, что там обилочку мы взяли вкусную, да? Так, вот здесь, блин, не хотелось бы, наверное, мне... Не хотелось бы мне... О, 55, кстати, давай. Елена, ты чё так плохо стреляешь, я не знаю. Вот. Ты любишь пожестче? Тебя надо ругать постоянно, что ли? Так, и у нас остается только... Пошли вот так, что ли? 59. Все. Дежавю позволил нам оставить малыша в инвизе, как разведку. Поэтому... Так, ну в целом норм. Перезаряжаемся. Понятно, что там
трупы пропадают и все такое прочее, но вариантов-то особых нету, правильно? Так, пошли. Ты вперед. Смотреть, кто там чего где бегает. Ты поближе к передовой. А ты тогда вот сюда. Так, враги идут. Копейщик, стрелок, стрелок, часовой. Хорошо. Так, встречаем, да? Встречаем. А, дробашек, дробашек, дробашек. Вот как-то надо бы, наверное... Так, ты сюда. Давайте. Ты сюда. Блин, один выстрел только. Так, ты отступаешь, чтобы лишний раз не запалили. Ты сюда. Ты сюда. Ждем. Ползут засранцы. Работаем. Хорошо, но мало. Одна пулька в стволе. Одна пулька в стволе всего лишь. Добивайте его. Хорош. Так, этот на боеготовный встал. Норм. Это норм. Но. Что мы делаем? Копейщик, да? В целом мы можем боеготовность сорвать. Хорошо, боеготовность сорвали. Теперь надо вот этого друга зафланговать каким-то образом. Тут пулик нету, перезарядка. Так, здесь у нас в целом неплохо. Давай, ты сюда. Огонь. Ты там руками не маши. Так, ты сюда. И, наверное, вот так сделаем. Давай, закидываем. Малыш пока сидит в засаде. Так, есть контакт. И, наверное, 35-35. Нет, не пойдет. Давай, мобильности. Все равно не убьет. Поэтому давай, прикуриваем там всех. Нормально. Нормально. Так, ты сидишь в засаде. Здесь у нас... А здесь у нас... Ну, давай попробуем. Нет, не вошло. Жаль. А, вот здесь можно, смотри. Огонь. Хорошо. Хорошо. Копейщик, не знаю, побежит, не побежит. Вот ты смотри, чё. Дерзкий. Дерзкий товарищ. 35. 37. 67, давай. Отлично. Выковырнули его оттуда. Так, ну чё, пошли посмотрим, наверное, да? Так. Блин, змеи там где-то шуршат слева. Так. Забираем. Так, здесь всем дружно перезарядочка и боеготовность. Так, перезарядочка. Перезарядочка. Так, отлично. Ты сюда. Боеготовность. Ты... Давай-ка, пошли посмотрим, что происходит. Чисто? Тут полное укрытие в целом, да? Неплохо. Так, отступаем сюда. Вот то направление меня немножко... смущает вот с той стороны. Но в целом ходы уже стали довольно шустро передаваться, и это значит, что врагов-то уже стало маловато. Пошли потихонечку, что ли, выдвигаемся. Полегоньку, потихоньку.
Да, вот это отлично, я сходил. Давай, ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты у нас идешь сюда. А ты тогда идешь куда-нибудь сюда. Вот они, ползут потихоньку. Не самая удачная позиция у меня их встречать. А с полными укрытиями не круто. И вообще там как-то все не очень классно. Но у нас есть еще... И чё? У нас есть еще гранаты и все такое прочее. Поэтому вот здесь полное укрытие можно было бы присесть. И мне что-то кажется, что они где-то... Вот они. Два сектоида и на я. Как мне снайпера здесь не хватает-то, а? Как мне снайпера не хватает. Так, ну что, мы, наверное, как-то... Тогда вот здесь будем, да? Неплохо, по-моему. Так, ты за это полное укрытие, ты за это, ты... Вот сюда, чтобы на рангане, если что, носиться. А ты подтягиваешься куда? Ты подтягиваешься куда-нибудь... Блин, некуда. Некуда. Ну давай сюда. Оп. Чё за кипиш? Ракетчик там, смотри-ка. Ракетчик. Так, еще турель у нас там стоит, смотри-ка. Отстой. Отстойно. И ребят, которые могут пищ-пищ по турели сделать, у меня их тоже нету, к сожалению. Не, ну нормально, давай тогда вот здесь где-то окапываемся тогда. Ты сюда. Ты сюда. Ну а здесь сидим. Да, куда-то они ломятся. Куда-то они ломятся. Давай за полными укрытиями будем продвигаться. Как-то. Где-то за полными, где-то нет. Ды-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Даже не знаю. Здесь запалят уже, да? Тырыт, 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 тырыт. Давай. Да куда вы бежите-то, а? Демоны. На турельку выпрыгивать можно, как вариант. Как вариант на турель можно повыпрыгивать, да? Можно с другой стороны... Вот так как-то. Да. Так мы турель запалили. Огонь. Оно-то в целом неплохо, но недостаточно. Но недостаточно. Ну-ка. Отсюда не увижу, да? Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Да. Что делаем? Но турель надо как-то убивать. И причем убивать ей надо 5 урона нанести. 5 урона. Но здесь мы за полным укрытием стоим, так что в целом все неплохо. Давай как-нибудь. Так. Ты продолжаешь сидеть там. Да не сюда, ну... А, ну вроде как его не видят. Вроде бы как его не видят. Угу, держись. И сейчас, сейчас у нас тут два выстрела есть. Работаем.
Прекрасно. Одного хватило. Перезарядка. Перезарядка. Так, эти где жмуры? Рассосались куда-то, да? Так, ты сюда. А, ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ну, там последний пак остался у нас, который мы, в принципе, с помощью малыша сможем не кисло так проредить, да? Пошли. Ну, где вы, демоны? Где вы, демоны? По половинке хода буду двигаться в любом случае, чтобы это не привело к большим человеческим жертвам. Так. Вот они. Бам, с дробошек. Нормально, нормально. Это сектоид солдат. И он там ракетчик, блин. Так, Наю надо убивать, нахрен. Хорошо. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Ты чё, демон? Спокуха. Спокуха, Петруха. Так, мы, конечно, можем ранган сделать вот до сюда, да? И, например, буткнуть в Наю. Критом, например, да? Этот парень у нас любого сможет здесь резануть. Неплохой план, в принципе, да? Пошли. 75, но такое себе. 50% крита зато, да? А так мы сектоида убиваем, если чё, наверняка. С другой стороны... А, не дотягиваюсь. С другой стороны, мы можем попробовать вот так сектоида. И даже Наю. Давай Наю. Ты жмурятина какая. Какая жмурятина. Блин, и ракетчика надо убивать так-то. Давай сюда. Так, кого? 57, ну вот, блин. Она сильно облегчит, если убьет. Молодец. Молодец. Все, это здорово нам облегчает жизнь. Так, отлично. И теперь ракетчика. Пошли. Надо же ему тоже как-то кого-то резать, как-то качаться там, все дела. И он за полными укрытиями, его даже не видно будет. И если этот мерзавец сейчас будет что-то шаманить, то мы сможем его немножечко подстрелить, да? Так, давай. Боеготовность. Отлично, все. Не ушел. Отлично. Куча барахла не собранного. Ну, он вроде как собирается, хотя вот как проконтролировать этот момент. Сейчас по захваченному Лутецкому можно посмотреть, что мы там захватили. И можно будет навести порядок с нашим вооружением, амунированием, в конце концов, потом. Перед миссиями, да? Соберемся. Давай. Слушай, без единого ранения сходили так-то. Круто. Два повышения. Так, здесь у нас у Елены точно в цель.
Подожди. Вы получаете плюс 10 к меткости в режиме наблюдения при ответных выстрелах. Они могут нанести критический урон. Это хорошо. Ну давай возьмем. Отлично. Так, здесь легкий шаг. Позволяет отражать атаки в ближнем бою и контратаковать с помощью боевого ножа. Также дает плюс 10 к уклонению. Это не слабо. Да? Ну, легкий шаг — это тема. Почему? Потому что мы будем прорываться сквозь всех врагов и там их резать. Так, один офицер. Ядро. 5 контейнеров. Прицел. Ну, такое себе. Но зато трупиков насобирали, которые сможем запродать. Копейщик. О, кстати, копейщика надо тоже вскрытие ему сделать. И это даст нам новые ножики, насколько я понимаю, правильно? Так, здесь один день остался, это неинтересно. Давай смотреть. Так, новая цель. 6 дней, 17 часов. Персонал сопротивления. Новичок. Мохаммед Вахид. Новичок. Новичок. Ахмед. Мухаммед Ахмед. Нормально, нравится. Так, 10 дней. Проникновение базовое. Сразу же такая грядка народу. Так, давай, все это убираем. Всех убираем. Кто у нас давно не ходил на задание? Давай смотреть. А, надо Бузмакова взять. А, кстати, он говорил и... Он же у нас это... такой себе. Немножко... Подожди, где... Говорит, я как кот Базилио ни хрена не вижу, говорит, поэтому дайте мне очечки. Так, Виолетта что-то в самой, в самом низу. Берем дальше. А, нам нужны ниндзя будут. Гуталина берем. Нам нужны будут еще, может быть, ниндзя. О, Серега Грей очухался, нормально. Берем специалиста. И кого еще? У меня нет рейнджеров, у меня нет специалистов. Блин, надо набирать. Ну сейчас вот сходим вот на это задание, да, притащим новичков, и они наверняка будут. Кто-то из них будет рейнджером, кто-то будет специалистом. Потому что норматив по... 5 дней 20 часов. Уже не влезет следующий, да? 7 дней 7 часов. Ну давай, у нас малыш только что сходил. Так, изъять все оружие. И что еще? Наверное, снять все модификации, правильно? Изменить оснащение. Так, стоп. А, ну да, тебе винтовку, тебе хвост. Гремлина какого-то непонятного. Давай посмотрим. У тебя передовой протокол ослепления. Такого все равно мне нету. Протокол сканирования тоже требует. Давай возьмем улучшенный протокол ослепления. Передовой протокол ослепления. У меня нет таких обилок, чтобы их использовать. Так, ну-ка. Снять все предметы. Снять всю броню. Изъять все оружие, снять все модификации. По-моему, здесь что-то было. Плюс 5 взлома, да? А, плюс 5. А где? Подожди. Оснащение. Да нет, не это. Вот это. Вот, протокол Троян. Вот. Да? Да, протокол Троян. Хорошо. Так, дальше. Снайперские винтовки. Че еще кому? Дробашиков у меня нету снайперских. Так, тебе лазерный дырокол. Снять все модификации. Поехали. Снайперка. Сюда ставим модифицированный приклад. Нет. Прицел с глаз.
Давай, модифицированный прицел, модифицированный приклад. Ну и, наверное, модифицированное автозаряжение, чтобы она пыщ-пыщ делала. Так, сюда что можно поставить? Пока что ничего, да, такого не нашли. Сюда. Мобильность и уворот. Так, отлично. Мобильность кому? Мобильность. У тебя, дружище, что с мобильностью? 15, а у тебя 13. Давай. Тебе вот это улучшаем. Сюда мобильность и уворот на 10. Отлично. Здесь у нас... Давайте удлиненное лезвие. А я смогу или не смогу топоры, например, улучшить? Да, смогу. Увеличить пробивание брони на 2. Хорошо. Можно резать всех засранцев. Это шикарно. Так, дальше. Меткость, да? Так, сюда толкаем мы модифицированный расширенный магазин, модифицированное автозаряжание и модифицированный прицел где-то был. Вот он. Есть. А вот здесь вот тухловато как-то, да, у нас? Давай, расширенный магазин. Ну, даже не знаю. Лазерный прицел. На пятачок всего. Давай где-то, может быть, вдалека стрелять надо будет, потому что... Свободный есть. Модифицированный глушитель. Ну, такая себе. Дрын-машина, да? Здесь у нас... Ну, такое. Давай, расширенный магазин. На тебе прицел тоже, на тебе... Даже не знаю. Ну давай вот так. Вот так, да? Хорошо. Персональный боевой модуль. Кстати, что у нас там появилось? Меткость плюс 3. Такое себе, но... Пойдет. Норм? Норм, поехали. Неплохо, да? Отлично, начать проникновение. Хорошо. Так, улучшенное лазерное вооружение у нас через 9 дней. Ресурсы через 15. Что мы можем хорошего сделать здесь? А ничего хорошего. Мы можем... Подожди. Посмотреть. А, вот, бонусы за регион. Мне говорили, что появляются после исследования. Вот они появились, да? Каждая лаборатория уменьшает время исследования на 10. Такое себе. Первый бонус у нас будет вот он. Новобранцы стоят 10% материалов. Ну, круто, конечно, но такое себе тоже. Все действия в партизанской школе стоят на 50% меньше. Хм. Дополнительный инженер... Так смешно читать ошибки вот эти вот в локализации в переводе. Так, ну в целом неплохо. Пошли вон там. Сигнал изучим это, да? Все равно когда-то надо. Not decades. We're still picking up power readings, but no signs of life. Still, нет. We know that transmission came from this location. Высаживаться пока не будем. Somebody's calling this place home. Commander, if we're sending in a squad, I'd like permission to go along. Whoever sent that message, they know as much. Давай посмотрим, что у нас тут еще происходит. Защиту роботов от попыток взлома. Но это не очень критично. Из-за чего? Из-за того, что... Так, показать цель. 8 дней. 21 разведданных. Неплохо, беру. 8 дней мы туда сможем нормальное количество народу отправить, да? Давай, кого отправляем? Ниндзю обязательно. Отправляем снайпера, отправляем...
Тары-тары-тары-тары-тары. Давай, специалиста отправляем. Рейнджер, блин, незаменимый у нас Елена. Незаменимая прям. Тоже отправляем. Кто еще? Пендальф и Жигалов. 7 дней 9 часов. А если еще одного? 21 час. Чуть-чуть не влазим, да? Ну-ка, подожди. А есть у нас глушители еще? Глушитель. А нам все равно надо будет какое-то время тратить на то, чтобы доехать. И поэтому... Ой. Вот эти надо продать, всякие улучшенные нестандартные магазины. Они меня с толку сбивают. Так, есть. Здесь у нас... Ничего хорошего, да? А, произвести предметы, оружие... Сюда лазерную винтовку. Сюда лазерный дырокол. Снайперок нет. Сюда лазерную винтовку. Сюда лазерную винтовку. Сюда расширенный магазин, например. Ну давай возьмем вот так. И один заряд способности. Я так и не понимаю, что за заряд способности. Ладно, здесь, по-моему, больше нечего ставить, да? По винтовкам у нас лазерный прицел. Давай, настройка спуска тебе. Не знаю, что это такое, поставим вот так как-нибудь тогда, да? Тебе что поставить? Тоже настройку спуска, тебе какой-нибудь лазерный прицел. Я просто не знаю, что им ставить, у меня... Опа, подожди. Не тот тыкнул. Перк подавления, правильно? Правильно. Как раз это... Это то, что ниндзя не хватало. Нормально? 2, 4, 6. Нормально. Поехали. Все, эти ребята тоже погнали. Начать проникновение. Но у нас большие... Большие... Два дня, нет, спасибо. Большие планы вот на эту миссию. Там 11 дней предотвращает скрытые события. Захватите предметы с поезда Адвента. Я, пожалуй, пока отменю. Ой, подожди. Я пока отменю, почему? Потому что мы сейчас уже домотаем, да? 100%. 7 дней, блин. Устроить диверсию. Вот так вот. Погнали. Блин, надо было закончить серию. Черт побери. Надо было серию-то закончить. А я что-то... А я что-то разогнался. Ну да ладно. Мы же здесь в невидимости, правильно? Замаскированные начинаем. У нас 100% проникновение. Городской участок Адвента Кано. Операция «Ясный удар». Какое-то слайд-шоу какое-то здесь происходит. Давай, 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 давай. Ну, что нажать? Пробел, эскейп. Ну и чё? Чё произошло? Чё так долго? Почему так долго? Саруман онлайн.
чему я не сказано рад. Давай-ка. Что за слайд-шоу, что-то я не пойму. Вроде раздуплилось, да? Так, нам сейчас нужно очень аккуратненько пройти. И как обычно, на другом конце карты сделали бы рандомом, да? Вот, и высадка там же, где-то в заднице. Сделали бы рандомом появление, чтобы раз появился и раз, и вот перед носом прямо у тебя зона эвакуации. Так, в целом мы можем где-то... Серьезно? То есть карта еще туда, далеко. И вот здесь край карты, да? Как-то нам нужно пройти так, чтобы нас не запалили. Вот в чем дело. Поэтому мы, наверное, рисковать не будем. Мы просто берем и просто чешем. Просто чешем куда-нибудь в сторону зоны эвакуации, да? Так, погнали. Ты сюда, ты сюда, ты сюда. Ты вот сюда. У нас же два ниндзя. Они должны нам обеспечивать... Или не два ниндзя? Что-то я путаю. Нет, два. Они должны нам обеспечивать максимальный просвет. Так, точка эвакуации там, да? Хорошо. Пошли. Лайк и босс. Так, вот эту хрень надо будет вскрыть, и если что, мы вот здесь сможем пройти, да? Прокрасться. Так, дрон. Дрон — это прекрасно, но не сейчас. Не сейчас. Так, валим. 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 Все дружно. Давай, 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 давай. Чешем. Надо бы не простоволоситься. Ты куда полетел? Он сейчас может где-нибудь вот здесь, вот на краю крыши стоять, да, и палить всю контору. Окей. Окей. Давай. Окей. Никого? Точно? Где у нас еще есть? Подожди, ну-ка дай-ка выбрать. Вперед. Вперед. Так, здесь постараемся безопасно. Боюсь этого дрона, поэтому с этой стороны мы будем прикрытой машиной, то вдруг он где-нибудь вот здесь вот выпадет, да? Так, ты мне что скажешь? Сколько тут у тебя процентов? 49. Не круто. Так, и еще можно попробовать протокол блокировки вот на этого друга. Пошли. Такой, ты не обращай внимания, мы тут... Фигня всякая летает. 69%. Неинтересно. Кипиш начнется, тогда будем пытаться взламывать и все такое прочее делать, да? Так, гуталин. Давай, пошли сюда. Чисто. Гуталин у нас, по-моему, впереди всех там в одинокого бегает. Давай, на помощь второго ниндзя отправим. Так, ты сюда. Ты сюда? Эх. Виолетта не добегает. Давай, давай, давай. Прям по стелсу идем. Так, здесь у нас еще одна вышка, которая будет палить, да? И мне вот через эту площадь надо будет каким-то образом просочиться. Так, чисто? Вроде чисто. Пошли потихонечку. Потихонечку, полигонечку. Так, ты здесь никого не палишь?
Вроде бы нормально, да? Пошли. Так, ребята бегут и догоняют здесь всех. Надо Виолетту дождаться, а то она там медленно бегает. Так, вот они. Копейщик, Кроталус, часовой. Ну, в паке, когда трое, это не может не радовать на самом деле. Это такое приятненько. Блин, и Steam забыл отключить, и эту забыл отключить. Так, погнали, занимаем позиции. Виолетта, давай сюда. Ты... Давай сюда. С дробашиком со своим. Так, здесь у нас, ребятки... Давай, ты сюда. Оп, турелька еще. Но это сейчас надо будет все сбивать. Это сейчас все надо будет сбивать. Так, ты сюда поближе, чтобы... Мы начали, если что, сейчас резать. Просто резать. С другой стороны, можно стрелять уже по турели. Допустим, у нас Виолетта очень даже недурственно может всечь этой турели. Правда, не с этой позиции, но тем не менее может. Например, вот с этой позиции. Нет? Хотя не знаю. Ну, давай проверим. У нас же приклад еще есть. Не видит ни черта. Пошли тогда сюда. Повыше забраться некуда. Давай, выдвигаемся. Дробашик. Дробашик вперед. Чё там по турели? С какой вероятностью ты можешь ее заглушить? 83, неплохо. Очень даже неплохо. Так, эти ребята здесь стоят, да? Прям там, где мне надо. Но мы можем вот здесь обойти. И обойти именно вот тобой, чтобы ты попытался там что-то взломать, что-то там вскрыть. Потому что двери бывают вкусные. Вкусные бонусы там бывают. Ну и плюсом он дверь откроет. Это 100% открытие двери. Это плюсом к навыку. В любом случае пойдет, да? Так. Но эти друзья вот сюда шагают. Вот в чем дело. Погнали. Оп. Оп. Запалили. Отстойно. Нет, не запалили? Круто. Круто. 4-6. Это вот не очень круто. Мы можем сидеть ниндзями и сбивать эту турель, да? Так-то, по-хорошему. А можем еще вот сюда сместиться, чтобы у нас был сектор прострела вот по вот этим ребятам. Давай. И отсюда мы одновременно еще и турель будем видеть. Так, устойчивая позиция. Давай, сейчас будем уже хлопать вражин. Так, ты в засаду. Ты в засаду. С тобой что делать, я не знаю. Так, ты в засаде тоже сидишь. Вот они выходят. И все. А, что, запалили, что ли, нет? Что-то подергивало, да? Стрелок, солдат, часовой, копейщик. Ну, минус 2 мы сразу делаем именно вот этими ребятами. Вот этот друг. Но в целом, если кто-то здесь сядет, мы сможем сделать еще минус. Кто-то там, да? Виолетта может кого-нибудь сразу же ваншотнуть. Часового. 4-6 на пятерочку. Стрелок, турель, Кроталус. Часового попробуем. Давай, работаем. Работаем. Ну, конечно же, самую минималку.
Самую минималку надо выбить. У одного из... У Гуталина, по-моему, есть топор, да? Который можно кому-нибудь в лицо кинуть. Да, турель это не очень хорошо. Так, погнали. Что мы делаем? Мы, наверное... Погнали. Встаем сюда. Топор. Топор часовому. Минус ствол. Дальше. Копейщик. Стрелок. Солдат. Ну, наверное, Краталуса все-таки. Так, есть. Травит, зараза. О, синенький контейнер. Хорошо. Дальше. Стрельба на бегу. Вот это нехорошо стоит, прям вообще нехорошо. Так, давай сделаем. Откуда мы увидим турель? Отсюда? Давай сделаем тогда вот так. Протокол блокировки на турель. Я в тебя верю. Красава. Ну, 83%. Почти 100. Так, турель. Обезопасили. Дальше. Друган с раненганом, да? Пошли за полное укрытие. Я очень надеюсь, что там нет паков других. Отлично. Копейщик. Стрелок. До свидос. Уехал. Нихера себе. Нихера себе. Лютая херня. Здравствуйте. Так. Что будешь делать? Бежишь? Бежишь, тварь? Он к другому паку побежал, по-любому. Поэтому надо ускоряться. Ускоряться надо именно... Так, Виолетта. Турель. Турель. 100% турель. Прекрасно. Прекрасно. Так, дальше. Что, протокола нападения у нас нету? Можем, конечно, стрельнуть, но... Не для этого мы здесь собрались, да? Пошли. Отсюда мы должны на следующий ход видеть камеры вот эти. 63. Ну, трупик турели все равно же мне не нужен, правильно? Давай. Мы же все равно не сможем его забрать. Поэтому здесь окапываемся. Этот засранец убежал к чужому. Ну, к другому. Ну, в общем, вы поняли. И вот они. А, это он и бежит. Слушай, он с Лутецким побежал, что ли? До меня только сейчас дошло. Так, взламываем ворота. О, ха-ха-ха, вот это вкусно. Про что я говорил. Красавчик. Вот вообще красавчик. Плюс 10 перманентно сразу и за успешный взлом троечку, да? Плюс 5. Ага. 15 взлома сразу же. Пойдет. Устраивает, беру. Так, лемминги. Чешем.
Чешем. Так, Виолетта, перезарядка. Контроль тут. Контроль ситуацию. Дальше. А, ребята с дробашами отваливают отсюда. Сидят, контролят. Все сидят, контролят. Что будет, да? Так, лемминги. Лемминги бегут. Ребята контролят. Все нормально. Так, давай, ты прячься за укрытие. Не дай бог, там кто-то выскочит, еще подстрелит. Вот эти всякие Ахмед, Асад, это все наши новички будущие. Тут их четверо даже, да? Мы им сделаем пластические операции, и они у нас в строй, так сказать. Слушай, а ты не можешь поднимать трупы? Было бы прикольно. С другой стороны, мы же все здесь зачистили, поэтому хватай колбасу эту. Этот мод так и не исправили, да? И чешешь. С этой колбасой чешешь. Любитель приготовить колбаски. С другой стороны, мы можем ее бросить. У него же с мобильностью в полный порядок, правильно? Поэтому давай бросай. Это дело Виолетта подхватит. А ты сбегаешь, еще что-нибудь подберешь. По-моему, неплохой план, да? Подкрепление еще не корячится у нас там. Так, что здесь? Опа. И что это было? Что за музыка? Валим. Что за музыка такая? Так, ты. Просто напрямую. Просто напрямую. В сторону эвакуации. Так, ты. Тоже напрямую. Так, здесь у нас... Ты. Тоже чешешь. Не мешай. Так, здесь. Отлично. Давай, ты сюда. Вот здесь, по-моему, да, стоял и мог двоих поднять кого-то. Хотя трупа не видно. Трупа не видно было, но тем не менее мы справились. Что за подлагивание? Как будто я там пак какой-то вижу. Так. Да ладно! Серьезно? Такая херня. Виолетта, прикрывай. Капец. Капец. Вот урод, а. Вот урод. Сейчас просто разорвут наших. Этот метку поставил, придурок. И вот солдат сейчас будет стрелять по метке. Нет? Пошел. Серега истекает кровью. Держись. 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 Так, 73, 58. Свободен. Так, отлично. Так. Ну-ка. Брось эту каку. Прячемся. С меточкой прячемся. Так, ты идешь теперь за полное укрытие. Давай, 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 давай. Шевели батонами. И подкрепление уже прям вот скоро. Надо избавляться. Так, Гуталин. Каков план? Так, ты. Где зона эвакуации? Ты сюда? Вали.
Ты сюда? Вали. Ты сюда? Эх, не добегает. Будем надеяться, что вот эти вот ящики, которые стоят, они помешают тут стрелять. Так, вы трое валите. Офицера можем зарезать, но здесь вот стоит где-то жмурик, который... Блин, ну подранят нашего Гуталина тогда. А если я офицера не уберу, они тут еще кого-нибудь подранят. На следующий ход здесь мы стабилизируем, да? Благо дроны есть, все есть. Потом подхватываем его и вытаскиваем. Давай, Гуталин. Еще пак, что ли? Да ладно, ну. Смотри. Вообще пойдет. Ракетчик, еще вот ракетчика не хватало. И дрона, вот это жесть. Еще дрон. Да ладно. Что-то все пошло не по плану. Все пошло не по плану. Гуталин, уворачивайся там. Давай, давай, уворачивайся. Красавчик, красавчик. От ракеты еще увернись. Да ты Нео. Жить хочешь, да? А вот здесь вот с фланга нам сейчас прилетит. Да. На единичку, нормально. Крутяк. Ты крутой. Ты крутой. Так, здесь. Подожди. Стабилизация. Алло. Ты без аптечек, что ли, пошел? Серьезно? Вашу шмашу. Так, что у тебя по мобильности? 12. У тебя 13. Блин. Так, Виолетта. Дронов будем сбивать? Прекрасно. Прекрасный выстрел. Так, здесь у нас... Ранэнган, да? Пошли. Да не ори ты, но... Лежи спокойно. Так, здесь хорошо. Так, здесь... Да как же так-то, а? Надо было с другой стороны тыкать. Надо было тыкать с другой стороны. А вот здесь я... Вопрос, либо я вы... А я ничего не могу сделать. Так, если я флешку кидаю... Тут два хода, блин. Подожди, у кого аптечки есть? Виолетта? Я нажал снять все предметы же, да? Ни у кого аптечек нету. Вставай. Дойдем, нет, интересно. Че у тебя там, полное ХП? Блин. Опасно это все. Пошли. Вот так тогда. Просто вот так. Просто пофиг. Шагаем. Просто шагаем. Так, все, Гуталину дезориентация прилетела. И критом, смотри, что-то. Охереть. Да ладно. Вот только не у того, который тащит. У тебя... Давай, 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 давай. Все, уходим, уходим, уходим. Тут последний ход остался. Блин, тут у нас перезарядка. Так, ты вали, Серегу спасай. Я что, могу стрелять?
А, у нас свободная перезарядка была. Огонь. Виолетта, блин. А, там паника, ёкарный ты бабай. О, надо Гудолина спасать. Охереть. Просто охереть. Просто охереть. Паника снята. Да это как бы пофиг, что паника снята. Лупи. А, ты ж... Ядрёна копоть. Ультраконцентрация. Это, конечно, забавно, но... Гудолин. Черножопая сволочь, вставай. Пошли. Пора домой. Как я тут не дотянусь, интересно, а? Сколько у тебя там? 5 хп. А и тут еще дрон, который может оглушить просто. Давай тогда, я не знаю, сюда что ли? Давай. Под дрона, да? Вытаскивай. Не надо оглушать. Ух, хорошо. Не надо, не дай дезориентацию. Ну ничего не надо, ну. Ух, хорошо. Дезориентация нам снизит мобильность. Пошел вон. Перезарядка, отлично. Отлично, тут дезориентация снята. Хорошо, подкрепление сейчас уже будет. Так, последний ход. Вали, с Гудолином на плече, вали. Так, здесь у нас... Нахер. Тоже валим. Потому что можно, конечно, по дрону стрельнуть, все такое, но нахер. Нахер. Ух. Капец. Капец. Серегу Грея спасли на последнем ходу. Гудолина на последнем ходу, потому что у Бузмакова паника была. Ой, жесть. Это называется жадность не порог, да? Пытался трупов набрать. Но... Блин, ну... А как вот? Все же хорошо было. Просто у нас кто? Бузмаков, по-моему, и спрыгнул, и загрел все паки. Засранец. Очки надо ему снять, чтобы он не видел ни хера. Выдал очки ему. Глазастый стал, однако. Надо ему очки снять, чтобы он бегал как слепой, как крот. Чтоб никого не видел, ничего не агрил. Блин, вот это было напряженно. Ух. Жесть какая. А Серега Грей у нас только-только вылез, да, из этого 29. 35 дней. Бузмаков 4 дня. Надо строить уже это... Слушай, ну я довольно редко пользуюсь вот этой херней, поэтому давай точно в цель возьмем. Виолетта хоть будет что-то где-то урон наносить. Инопланетный контейнер. Отлично. 3 новичка. 3 новичка, ребята. У нас будет пополнение. Давайте посмотрим на их статы. Посмотрим на их статы. Ну, сразу это показывается, да? У этих не показывается. Прикольно. А, ничего так. 5 хп, 15 мобильности, 4 хп, 15 мобильности, 6 хп, 14 мобильности. 2 защиты, 1 защита. У вороты есть, смотри. Ну, по-любому. А взлом? Взлом. Вот это взлом, да? 5, 5, 2... Слушай, ну, по-любому из них кто-то будет доктором, специалистом, потому что мне реально специалистов не хватает. И, наверное, пара рейнджеров будет и один специалист
Я еще подумаю над этим вопросом, кого из них там чего как сделать. В любом случае, ребят, все на этом будем заканчивать. Я что-то разошелся. Хотел серия, одна миссия, и у нас получится долгая, долгая такая, в общем, серия. Ладно, все, на этом заканчиваем. Всем спасибо за просмотр, увидимся с вами в следующем видео. А с вами был Серега, всем счастливо, всем пока-пока.